Начинаем со станции у пристани. Спрячьте оборудование сегодня вечером в поезде. Пункт обмена — станция возле арки. Оставьте 20 ящиков с лампами и один со взрывчаткой в машинном отделении платформы. Остальные идут с нами. Айтор получит то, что хочет, но на твоих условиях. У тебя будет козырь, и ему придется нас пропустить. Блять, Лон! Я думал, ты одним выстрелом справишься. Это, блять, больно! Этот старый ворчун постоянно твердил, что я будущее ночных бегунов. Он воскреснет и прибьет меня, если я сделаю что-нибудь настолько глупое. За Фрэнка. Вор угрожал им ножом. Был вдвое больше их, сильнее. И она прыгнула на него. И так укусила за руку, что его визг было слышно за пределами старого Виллидора. Да. И обезвредил бы взрывчатку, заложенную Джеком и Джо, и зачистил башню. Но будь осторожен. Башня — самое высокое сооружение в округе, а единственный путь наверх перекрыт. Я знаю, чего она хотела для людей. Единство и свободы. Она всегда это повторяла. Но не спрашивай, что она хотела для меня. Не знаю, существовала ли я для нее вообще. Она была отличным лидером, но дерьмовой матерью. Мы победим миротворцев и поможем тебе попасть в центр. Теперь ты один из нас, брат. Ты член семьи Базара. Я жалел, что не я убил Лукаса. Но подумал, хрен с ним. Главное, что сейчас я убью тебя. Все не так просто. Виллидор должен был стать одной из зон, обнесенной стенами, чтобы сдержать вирус. План провалился, но город выстоял, как и стены. Чтобы мирные жители города тряслись от страха, пока он сидит на своем высоком троне в белых перчатках и слушает классическую музыку. Это рыбьи яйца. Белужи, если точнее. Прямо из Каспийского моря. Они тают на языке, и ты ощущаешь вкус волн глубокого черного моря в далекой стране. Но дед просто вытащил пистолет и вложил мне в руку. Он мне сказал, это для его же блага. И нажал моим пальцем на курок. Но что это за надежда, я не знаю. Но из-за этого он включил электричество и запустил отказоустойчивый протокол. Знаешь, когда в городе стали кончаться патроны, я решил несколько штук отложить.